Пруд Черноморец, 22 июня, 17 год. Мы с вами наблюдаем, как наш постоянный рыбак ловит у нас на пруду карпа. Ловит на нут одной удочкой. Смотрим за процессом. Так, зацепил, борется. Вот его техника улова. Ты ему специально даешь, чтобы он воздух, да, взял? Хороший. Но всегда, когда в воде беру, надо переворачивать пузом кверху. Вот так. Почему? А он сразу теряет ориентацию и не сопротивляется любому. Даже на мусорке. За верхнюю, да, взял? Терпение, терпение, труд все перетрет. Главное — кормежка. Кормежка? Так, вот чтобы не упустить, ага. Тогда его надо прижимать. Вот, вот, видишь, пуск вверх, видишь, он сопротивляется. Так, хорошо, давай. Ничего хитрого. Друзья, мы напоминаем, что ловить у нас разрешено только с берега. В воду заходить запрещено. В воду заходить мы разрешаем только тем рыбакам, кого уже знаем не первый год. Кто зарекомендовал себя с положительной стороны, кто никогда не поставит сетку, вентиля, косынки и прочие изделия. Поэтому всех прошу отнестись с пониманием, правила не нарушать, ловим только с берега. Ну а кто нарушит правила, мы аннулируем путевку и выдворяем с территории водоема. Всем спасибо за понимание.